Привет, мои дорогие зрители, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас продолжается рубрика «Ответы на вопросы ваши», и некоторые вопросы я уже выписала. На сегодняшний день у меня 7 вопросов, на данный момент я пока выписала 7 вопросов, и еще несколько вопросов будет, чуть позже я выставлю тоже новый ролик. И в принципе, есть возможность сейчас показать наглядно и разъяснить, так как много новичков прибывает и много спрашивают одни и те же вопросы. Танечка Херсонская, здравствуйте. И я помню, уже отвечала вам на эти вопросы, но также я хочу и зрителям тоже ответить, что делать, если у растения потерян тургор. У меня есть наглядные примеры, и очень много их на данный момент, потому что лето было очень жарким, и растениям было переадаптироваться в наших условиях, в новых наших условиях очень тяжело. И на это повлияли несколько факторов, не только жара, но и плюс еще долгое цветение, очень пышное. Растения сами не рассчитали на свои силы и действительно очень пышно цвели, почувствовав свободу, пространство большое, ну, если сравнивать, допустим, окна в пол, да, если видно на заднем плане, у меня нет подоконников, и на данный момент, когда раньше у нас были подоконники, там все тесненько было, так ютились, все. И давайте вернемся к вопросу. У растения потерян тургор, да? Вот характерно, четко видно, вот вяленькие листики. Что я делаю? Есть ватные диски, можно их увлажнять, у меня уже влажный, и просто сверху уложить вот так на листик. То есть можно протирать, можно вот так ложить диски, можно укутывать марлечками влажными вокруг листа, влажные марлечки, и пропитывать их раствором, либо с янтарной кислотой, либо же с какими-то стимуляторами, то есть это может быть HB101, энерген, еще какие-то стимуляторы, их на самом деле очень много. Вот, цирконий эпин — это стимулятор разового действия, то есть первоначально растение вымачивается в этом растворе для того, чтобы минимизировать стресс при пересадках и так далее, то есть это другая тема. То есть листики можно укутывать влажными марлечками и, допустим, утром перед работой, да, когда вы убегаете на работу, укутал, только так, чтобы с них не текло, а все-таки они такие влажноватые слегка были. Вот. И вечером после работы вы можете прийти и марлечку убирать. Да, это очень долгий процесс. В принципе, марлечку, когда укутываешь, можно здесь оставлять кончик, ниточку, и рядом ставить стаканчик и опускать эту марлечку в стаканчик. Но смотрите так, чтобы здесь, когда марля заканчивается, чтобы вода не текла на спад в пазух, потому что бывает и такое. То есть тут еще надо знать, как правильно укутывать, ну, до определенного уровня, чтобы на каскаде вот этом не слетала, не стекала вода именно в пазух листика. В принципе, на этот вопрос, я думаю, ответ понятен. То есть можно как просто протирать листики. Это, ну, для многих это муторошно и долго, то есть можно просто ватные диски ложить влажненькие, в растворчике там смочил, слегка выжал, там положил, протер листик, положил и ушел. То есть можешь за это забыть. Собственно говоря, растение больше питается с изнаночной стороны, чем с наружной. Потому что тут более матовая сторона, да, и тут, ну, как у человека, поры больше открыты, чем у верхней стороны. То есть, ну, покуда растение вяленькое, то оно может питаться и с наружной, и с изнаночной стороны. То есть, в принципе, можно и там, и там. Можно с обеих сторон протирать, но диск влажный оставлять сверху. Если это лето, то летом очень быстро высыхает. Можно и опрыскиванием, но это раз 5-6 надо опрыскивать лист мелкой росой, распылителем. И, собственно говоря, тоже придется очень долго и быстро скакать. То есть, если это осень, зима, ну, зимой я знаю, что отопление включается, и зимой тоже проблема с отоплением, когда жарко начинается в квартире, дышать нечем, душно, да, и приходится чаще увлажнять растения. То есть,
На данный момент осень, и в принципе протирания этого тоже недостаточно. Все равно нужно либо диск ложить, либо укутывать марлечкой сами листики. Если вопрос непонятен, точнее ответ на этот вопрос, я подробно еще вернусь к этому вопросу и подробно уже и наглядно покажу, потому что я и так застряла на этом вопросе. Танечка, я уже рассказала вам, я и даже приводила примеры своего шикарного бордо, если кто помнит. Если у меня с программой сейчас проблем не будет, может, я успею вставить фотографии, как я реанимировала свой шикарный бордо. Мои все старички уже прекрасно помнят, и я их задолбала этим шикарным бордо, я помню. И пересадки были с классики в закрытую систему, потом в закрытую, опять в закрытую, потому что маленькая баночка была, мне пришлось вазу больше брать. И таким способом, то есть, как бы, в принципе, можно тургор возвращать и за счет тепличек, целлофаны там укутывать, еще как-то. Но я этот способ всегда избегала, потому что периодически нужно открывать и давать дышать растению. То есть я на этот счет еще не довольно-таки с тепличками этими не очень дружу, поэтому в этом у меня опыта нет. И я могу посоветовать, но это уже на свой страх и риск, как говорится, вы в своих комнатных условиях можете сами как бы тренироваться, репетировать и проверять, получится или нет. Но у меня проверенный способ этого укутывания листика марлечками, там в 2-3 слоя марлечки нарезать, так, чтобы они укутывали вокруг самого листа. И таким образом эта реанимация может проходить в течение месяца, 2-3 недель, все зависит от того, насколько сильно потерян тургор и на нижних только листьях, или на полностью всем растении. Дальше давайте двигаться. Как добиться деток на растении? Это очень такой тоже знаменитый и насущный вопрос. Дело в том, что деток я специально не добиваюсь. Есть отдельные специальные сорта, которые сами деткуются. Это эквестрис, это людемания, это также, кстати, есть сорта, которые наподобие там голландского типа, да, мультяшки. Есть попкорн, там еще какие-то, Замбия. Вот мне подруга говорила, знакомая, что Замбия Минечка, она тоже очень любит детковаться. Для меня это было тоже открытие большое. То есть есть такие сорта, которые сами деткуются. Там добиваться, в принципе, этого не нужно. Есть стандарты, обычные голландцы, они тоже бывают, любят детковаться, но это все зависит от сорта. Специально добиваться я не советую. То есть, ну, если такова ситуация, когда растение погибает, да, и безвыходная ситуация, вы хотите продублировать это растение, вам на помощь может прийти цитокининовая паста. Но это уже для меня цитокининовая паста самый крайний случай, это самый последний момент, когда уже действительно безвыходная ситуация. И можно прибегнуть, попробовать, если на растении остались какие-то огрызки цветоносов, да, можно на них попробовать, поцарапать, там, поиграться, то есть, и попробовать добиться деточки. Но чаще всего, цитокининовую пасту лучше применять, это маленький такой секретик и заметочку хочу сказать, что пасту лучше применять на растении, которое у вас уже растет не меньше 2-3 лет. И оно действительно очень мощное, крупное, сильное и крепкое. То есть, когда растение очень здоровое, тогда можно, в принципе, применить. Но когда на погибашках, оно может быть, наоборот, сыграть злую шутку и в обратную сторону сыграть. То есть, растение может еще быстрее погибнуть от этого. Ну, или же напоследок выдавать вам детку где-нибудь на цветоносе или при корневой. В принципе, цитокининовая паста также может применяться не только как для деток, но и для цветения. Хотя вот как для деток, да, цитокининовую пасту, тут еще надо знать некоторые тоже фрагменты. Когда вы мажете почечку где-то на растении, да, и потом вот эта почечка начинает идти цветонос, не детка. То есть, дорастая где-то до размера, ну, сантиметров 5, вот, как вот это, да, вот, где-то 4, ну, 5 сантиметров, вот это вот 5 сантиметров, то его нужно срезать где-то наполовину, вот, и ничего больше дальше не надо там мазать или еще что-то, хотя, в принципе, для уверенности можете еще добавочно там промазать какую-то почечку и ждать детки. В
принципе, это единственный маленький секрет, который я потом для себя раскрыла, когда я добивалась деток на Black Treasure. Если кто помнит, у меня 3 детки там появилось. Но тоже на свой страх и риск я там мазала пастой цветоносы, тоже уже голенькие были цветоносики. И я решила проэкспериментировать. Это была осень, заметку сделаю, и у меня все получилось. Также, в принципе, это может получиться и весной. Весной даже лучше и быстрее может, потому что идут правильные температуры день и ночь, и все так сложилось правильно, и у меня получились 3 детки. 2 детки уехали в подарок, одна, к сожалению, у меня пропала, не выжила. Но там была совсем маленькая малютка, и я с ней долго игралась, эксперименты проводила, поэтому с детворой у меня не совсем хорошо все получилось. Я не знаю, как у моих подруг, знакомых, да, растеньки там растут или нет, я уже не помню, кому я там отсылала. Мариночка, привет, если ты меня помнишь еще, вот. Я знаю, что Мариночке отсылала, и еще кому-то я в подарок отсылала или продала, не помню. То есть не будем акцентировать на это внимание. То есть как добиваться деток, я уже объяснила. То есть либо пастой, либо ждать осенние-весенние температуры, дневные и ночные температуры, когда днем жарко, да, допустим, вот как сейчас, допустим, 26-27 градусов днем, а ночью опускается температура там плюс 9, плюс 8, то есть, ну, вот эти вот сильные, большие перепады, тогда, да, возможно, детка может появиться и сама собой, даже без пасты. Но, опять же таки, все зависит от сорта, смотря у какого растения вы пытаетесь добиться детки, и все зависит от того, в каком состоянии само растение. Естественно, если растение приехало только-только, и оно погибает, ну, в принципе, уже, если терять нечего, можно поиграться с пастой. Ну, а если все-таки вы не хотите окончательно потерять растение, лучше пасту не применять, а все-таки пытаться реанимировать основное растение, да, и потом уже года через 2, через 3 попытаться добиться детки. Дальше, третий вопрос, Танюш, опять же таки, это ваш вопрос был. Цветонос, корень, детка, как различить? Сейчас я, наверное, переключу камеру и покажу. Наглядные примеры у меня есть. Но вот цветоносы на данный момент все отцвело. Все цветоносики у меня голенькие. И новых цветоносов я увижу не раньше, чем весной. Потому что растения действительно очень замучены, очень уставшие после лета, после летнего долгого цветения. И им нужен большой период для отдыха. То есть цветение на данный момент, сами цветоносики, клювики, я показать не смогу. В принципе, там отличие каково? Цветоносик, клювик, если прорезь идет, он больше вниз смотрит, а сама деточка, если растет, там идут такие, как 2 листика, как прорезь, и она больше вверх смотрит, эти клювики. Сейчас я камеру выключу и переключусь, и покажу более-менее наглядный пример. У меня есть, кстати, 2 наглядных примера, где корешки, а где цветонос, ой, а где детка. Вот, то есть можно запросто различить, где детка, где цветонос. Танечка, вот ваши все вопросы я прочла. И на этом ваши вопросы закончились. И вот, допустим, замечательный ответ. Как различить, корешки или же цветонос? Посмотрите, вот там внизу идет пимпочка маленькая. Это точно, я могу сказать, либо цветонос, либо будет детка. То есть само растение, это вот та непонятная мультяшка моя, видите, она себя пытается обновить. У нас новые корешки, новый листочек еще один лезет. Она такая девочка, малышка, карабкается, пытается выкарабкаться. И вот выше идет корешок. Он такой серебристый и кончик зелененький, туповатый такой, знаете, кругленький. То есть вот, как здесь, допустим, вот показано. А ниже вот это вот, это, во-первых, на ребре идет. Вот на ребре под листом, если смотреть. Ага, тут с этой стороны не видно. Вот это ребро, и вот на вот этом ребре внизу либо детка, либо цветонос, это точно будет. Давайте посмотрим на другой растеньке моей мультяшки. Я вам открою маленький секрет. Сама недавно при поливе обнаружила неожиданный сюрприз.
Это моя мультяшка Black Ops Tour. Кто помнит ее пышненькую мою ароматючку? И посмотрите, какой сюрприз она нам выдала. Вот это уже детка. Это не цветонос. Потому что цветоносы идут по-другому немножечко. Вот, сейчас попробую увеличить. Не хочет она фокусироваться, видите? Ну вот как получилось сфокусироваться. Сейчас еще раз сфокусируемся. Не хочет. Ну, во всяком случае, очень видно, четко. Видите, что это детка. Потому что там листики идут. Уже формируются листики. И, скорее всего, вот эта вытянутая часть, вот это уже, вот этот маленький вытянутый клочочек, кусочек, это уже как стволик. Это идет прикорневая детка, не базальная. То есть, это уже детка. А вот выше корешочек. Ну, понятное дело, он такой крупненький, да. И тут, естественно, можно отличить. Вот корешок идет вниз, смотрит. Видите, кругляшом. А этот острием вверх торчит. И уже наглядно видно, что это детка. Вот такая вот у нас замечательная детка. Сейчас я переключусь обратно и еще почитаю несколько вопросов. Давайте теперь приступим к следующим вопросам. Я надеюсь, четко уже ответила на вопрос, что где. Но, к сожалению, я же говорю, что у меня нет сейчас примера показать различие цветонос, детка, да, и корень. То есть, и если еще предоставится возможность, я промежуточный вот этот кусочек, где показывала детку и корешок, я обязательно еще склею с другими роликами, где я буду показывать зачатый цветонос, тогда склею и на ответе уже наглядно покажу, как оно все выглядит. Но на данный момент у меня, к сожалению, цветоносы сейчас не формируются, и почки пока еще, может быть, закладываются, но я их там сейчас не вижу. Так, теперь дальше. Наталья Сенцова, здравствуйте. Я вам хочу еще попутно ответить еще раз на ваши вопросы, и так как я уже на них отвечала, я эти вопросы озвучу и объясню самим зрителям, новичкам. Я прекрасно понимаю, что много новичков меня смотрят, старички и так все, в принципе, знают, то есть и все разжевывать старичкам уже смысла нет, они и без меня это все знают. Первый вопрос. Правда ли, что на рынке не купишь орхидею с названием? На рынке именно, если с рук брать у кого-то, то еще не факт, что можно взять без названия. Если человек осведомлен сортами, он может их подписать, и, в принципе, придя домой, разбирая какие-нибудь альбомы, да, с сортами, вы можете найти подтверждение тому, что да, действительно, это сорт там Манхэттен, допустим, да. Вот, или тот же Рин, или та же Клеопатра. То есть знаменитые сорта, в принципе, и так все знают, они на слуху и на виду. Зрительность по памяти все их прекрасно помнят. А, допустим, если же человек не осведомлен, да, можно. Можно купить их и без названия, и потом долго-долго искать ей имя. В принципе, на этом вопросе я останавливаться не буду, так как, в принципе, это подтвержденный факт и на рынке. Что значит рынок? Рынок большой, и рынка можно озвучить также и супермаркеты, и мини-магазины, и тот же рынок, который где там с рук вы покупаете. В принципе, это все огромный-огромный рынок. То есть даже садовники, которые выращивают потоками, да, они просто нумеруют их, там паспорт какой-то с кодами, с нумерациями идет на горшке, да, и в принципе названий там нет. Они просто тоже, вот голландские гибриды часто привозят, и там названий нет. Там просто идет паспорт, вот я недавно показывала растеньки, которые покупала в Ашане или в АТБ, да, и там просто вот нумерация, там длинный-длинный номер такой там, N, там S-трампарам, и там длинный номер, то есть в принципе, да, без названий вполне возможно можно и купить. Вот.
Ну, а потом уже искать. Приходите ко мне, я вам попробую их определить. Хотя у меня со зрением сейчас уже очень плохо, и тяжело искать сорта, и находить, и подтверждать, тот сорт или нет. И в сравнении тоже очень тяжело, кстати. Почему я и перестала определять сорта и помогать, потому что у меня со зрением немножечко проблема стала. Ну, я не могу долго смотреть. Действительно, кружится голова, и... Вот. Ну, по памяти я много сортов помню, если я так знаменитые сорта вижу, я сразу отвечаю, а если, вот как я купила непонятный сорт, то мне придется следующего цветения ждать только для того, чтобы потом определить этот сорт. В принципе, я никуда не спешу, мне торопиться некуда. Наталочка, второй ваш вопрос. Я читала, что есть гибриды и сортовики. Что это? Ну, сортовики это выведенные специально тоже селекционно гибриды, которые уже идут под сортом конкретным, там уже действительно сорт закреплен, утвержден, подтвержден еще как-то, то есть и сортовики чаще всего выходят уже под названиями, там ни с чем бы не перепутаешь, особенно идут это азиаты, азиатские растения, ну также есть и голландские тоже. Сортовики это знаменитые сорта. А гибриды это, в принципе, что сортовики, что гибриды это одно и то же. Просто гибриды это ну, расширенное понятие. Со всеми растениями проводится гибридизация. И что сортовик, что гибрид это одно и то же. То есть... Все растения, вплоть до голландцев, они все гибриды. И сортовики тоже это гибриды, потому что это скрещенные сорта. У них там есть папа, мама, дедушка, бабушка, прабабушка. Там целое древо может вглубь идти. Там. То есть все гибриды это сортовики. Вплоть до простяцких. Надеюсь, был понятен ответ. Если нет, если кто хочет поспорить, обязательно пишите в комментариях. Поспорим вместе. Я любитель поспорить, но без обид. То есть, в принципе, эту информацию на любом сайте можно прочитать. Если вы не ленитесь, можете в гугле забить гибриды и сортовики, и вам ответится там замечательный вопрос. То есть, на рынке это те орхидеи, которые... штампуют и называют у них не и название у них не прикреплено. Да, это был второй вопрос, когда я вам отвечала о мессенджере, вы мне задали еще один дополнительный вопрос, и я еще раз его прочитаю. То есть на рынке это те орхидеи, которые штампуют и название у них не прикреплено. Да, это так и есть. А что с названиями орхидей было нужно? С сайта или с рук покупать. Извините, я немножечко не поняла вопрос. А чтоб с названием орхидеи была, нужно с сайта или с рук покупать? Я неправильно это самое. Ну, понятное дело, что на сайтах и на Фейсбуке, да, допустим, название, ну, как бы пишутся. Указываются названия у девочек, но если название даже сам садовник не предоставил, если вы замечали, растение идет номер там, гибрид такой-то. Вот у орхидеи мира замечательный пример в этом плане. Если названия нет, допустим, да, у растения, то пишется номер там 415, тире на английском hybrid, и все, то есть как бы... Он просто идет под номером. Хотя я даже сортовиков видела, которые идут просто под номером и там гибрид. А в результате, ну это на английском написано гибрид, а в результате я прекрасно понимаю, что это, допустим, албуфера, да, там, допустим, или тот же какой-нибудь сортовик, сугапони, или еще какой-то. То есть даже такое бывает, что название сорта не пишут, но в результате я вижу, этот сорт закреплен, и цветение тоже закреплено, но почему-то его обозвали гибридом под номером, без названия. То есть, ну, бывает и такое. В принципе, на этом все. Длинный ролик получился. Надеюсь, я ответила на вопросы, которые интересовались новички и ранее.
И до сих пор задаются себе этим вопросом. В принципе, об этом можно тоже много говорить, но я пыталась так кратенько, конкретно ответить на вопросы. К сожалению, уже поздний вечер, и последний вопрос я неправильно акцентировала. И знаете, как говорится, не там поставила запятую, чтобы прочитать правильно сам вопрос. То есть есть еще несколько вопросов, которые мне задавались не только в мессенджере, также у меня было оповещение на канале YouTube, и там тоже замечательные два вопросика есть, на которые более расширенно нужно отвечать, но мне сейчас на данный момент уже времени не хватит для того, чтобы ответить на те два вопроса. На этом, друзья мои, спасибо за внимание. Надеюсь, на ваши вопросы я хоть как-то минимизировала ваше любопытство и обширно расширила информацию уже, и вопрос, на ваши вопросы предоставила ответы. И на данный момент я все-таки периодически буду возвращаться к этой рубрике и периодически буду вам отвечать. На данный момент у меня есть Танечка Херсонская. Ваши фотографии самой первоначальной растюшки у меня остались в первоначальном виде, как вы мне показывали. Сейчас уже наверняка месяц прошел, если я не забыла там. Скорее всего, уже месяц прошел. И хотелось бы вернуться к вам в мессенджер и вернуться к этому растению, что сейчас с ним на данный момент. Если есть какие-то результаты. Очень бы хотелось посмотреть на эти фотографии. И хотелось бы тоже их применить в дальнейшем своем ролике. И также повставлять и уже показать наглядно, что было и к какому результату мы пришли. К сожалению, в промежуточный момент я забыла к вам обратиться за этими фотографиями. Как проходит процесс и что вы делаете там с этим растением. Ну, я надеюсь, что с этим растением все в порядке. И мы еще вернемся к этой теме. Так что, дорогие мои друзья, на сегодня все. Пишите комментарии, пишите мне вопросы и в личных сообщениях, и на канале YouTube задавайте вопросы. Вот. И, кстати, еще одну маленькую заметочку сделаю. Кто-то мне недавно писал в YouTube. Ладно, это я тоже этот выпишу вопрос, там тоже долго отвечать, уже и так время затянулось. Все, дорогие мои друзья. Я очень люблю отвечать на ваши вопросы. Если где-то я допускаю ошибки, это тоже мой косяк, как говорится, да. Вот, не хотелось бы, конечно, косячить, потому что у меня периодически это тоже бывает, в принципе, как и у любого другого архамана. Вот, и бывает такое, что вот думаешь сейчас одно, получается другое, а в результате там через время получается третье. Ну и так далее. То есть на данный момент жду от вас комментариев, жду от вас лайков. И давайте побольше набирать все-таки лайков, для того, чтобы вы меня стимулировали, и я дальше могла все больше и больше выпускать материала и свои ролики, которые так нравятся моим подписчикам. Все, дорогие мои, хорошего дня, отличного настроения, до новых встреч, пока-пока.